Здравствуйте, друзья! С вами сегодня Дерза Александр. Сегодня 2 июля 2015 года. И сегодня хочу передать вам солнечный привет. Буквально вот догорает закат из солнечной Молдавии. Я нахожусь сейчас в своем родном, можно сказать, селе в Молдове. Вот. И вам хочу буквально передать привет. Вот там, кстати, виднеется данное село. И вот здесь вот мой родной дом. Друзья, на самом деле, вот очень много людей меня спрашивают о том, как же я все так успеваю, как я успеваю вести интернет-бизнес, как я успеваю еще и путешествовать, как я успеваю делать кучу различных дел, слать кучу писем, делать различные предложения, делать много продаж в интернете и многое-многое другое. Секрет на самом деле очень простой. Когда-то давно я... где-то года 4 назад узнал об одном человеке, зовут его Евгений Попов. Вот. И на самом деле вот моя карьера в интернете началась, скорее всего, вот с его курсов. Да, я сегодня хочу порекомендовать вам замечательный курс, так как я сам приобрел данный курс буквально сегодня, уже несколько уроков посмотрел и просто под очень большим впечатлением от этого. Но дело не в этом. Несколько лет назад, как я и сказал, познакомился с этим человеком, и тоже все началось с его курсов. Вот. Там были курсы и по эффективности, как работать эффективно на компьютере, как успевать кучу всего делать. Но это были старые версии. И на самом деле даже вот эти старые версии, они помогли мне много чего сделать в жизни. Вот, по крайней мере, за последние 2-3 года. И сейчас буквально коротко расскажу, что же там сейчас Евгений новый материал выпустил, короче говоря. Что ж, друзья, хочу вам посоветовать сегодня курс. Называется он «Хозяин времени» от моего коллеги Евгения Попова, который просто всегда меня поражал своим ведением дел. Вот то, как он делает дела, да. Постоянно миллион проектов у него, все постоянно всегда успешны. Зарабатывает этот человек очень много денег, и я просто не мог пройти мимо, чтобы вам как бы не посоветовать от него вот фишки, которые он сейчас предлагает. По сути, это видеокурс, который рассказывает о том, как правильно спланировать свое время, как быть более эффективным, так, секундочку, как быть более эффективным в делах, как быть более эффективным в интернет-бизнесе и как все более эффективно планировать и использовать свое время для того, чтобы достигать своих целей. Вот, что ждет вас в этом курсе? Буквально вот коротко пробегусь, все остальное вы сможете посмотреть на странице, кликнув по кнопке под этим видео. Вот, там имеется, значит, страничка, вот, которую вы сейчас видите на видео, и все можете сами почитать. Даже, кстати, посмотреть несколько видеоуроков и решить для себя, нужен ли вам этот материал или нет. Но одно могу сказать, что данные материалы проверены временем, проверены тысячами людей, в том числе и мной, потому что я тоже постоянный ученик Евгения, я постоянно у него учусь, постоянно у него различные вещи перенимаю, да, и использую их в своей жизни и в своем бизнесе. Так вот, давайте вернемся к тому, что именно вы получаете. Во-первых, конечно же, это все видеоуроки, это понятное дело, но смотрите, что сделал Евгений. Он предлагает вот такой скрипт, который он разработал, распределение времени для более эффективного его использования. Это его разработка, то есть у него там программисты работают и прочие, да, вот люди, которые это умеют делать. Соответственно, он разработал вот такой скрипт, который синхронизируется с различными устройствами, с различными гаджетами и помогает вам более эффективно как бы делать планирование, и это делается буквально в считанные минуты и синхронизируется с вашими всеми устройствами, там планшетами, телефонами и так далее. Вот, это первое. Второе, что предлагает Евгений, он, естественно, показывает, как вот продуктивно работать за своим компьютером. Тоже вот рекомендую обязательно как бы приобрести и данный бонус. Далее. Инструменты успешного делегирования. Вот это можно сказать, вот этот кусок
основной, почему я приобрел данный видеокурс и рекомендую вам тоже его приобрести. Потому что в какой-то момент предприниматель всегда упрется в потолок, да, так скажем, когда он может делать кучу дел сам, но не всегда рук, так скажем, хватает, да, чтобы сделать все дела, потому что идей, как обычно, бывает намного больше, чем дел, да, которые мы можем сделать. И в этом могут помочь другие люди. И вот как успешно делегировать, как правильно делегировать задачи, вот какие-то там у вас есть какая-то работа, которую вы даже, может быть, и не хотите делать, но нужно сделать, да? И вы отдаете это другому человеку, который как бы выполняет эту работу за вас. Да, конечно, вы платите какие-то деньги, но при этом вы экономите массу времени. Вот, поэтому это, я считаю, незаменимый вообще курс, который есть сейчас в Рунете. В общем, почитайте обязательно описание данного курса, посмотрите видеоуроки, которые открыты, и примите для себя решение, естественно, в положительную, так сказать, ну, примите для себя решение о приобретении данного курса, который поможет вам освоить тайм-менеджмент гораздо быстрее и быть более эффективным человеком и более успешным, естественно. А с вами из солнечной Молдавии Дерза Александр. Всем пока-пока.